Всем привет, друзья! Вы на спортивном. Сегодня позитивные новости с Олимпиады. Российские спортсмены взяли медали, а хоккеисты выиграли. В этом выпуске будет общий медальный зачет после 7 дней соревнований и расписание на 8 день, а также таблица хоккейного турнира, но начнем с подробнейших результатов. По сумме 4 попыток южнокорейский спортсмен Юн Син Бин показал результат 3 минуты 20 и 55 секунды и взял золото. У российского представителя Никиты Трегубова серебро. Его результат 3 минуты 22 и 18 секунды. Доминик Парсонс из Великобритании был третьим, у него бронза. В сноуборде у женщин в дисциплине сноуборд-кросс лучше была итальянка Микела Майоли, у нее золото. Для ее сборной это вторая золотая медаль, а для нее это вторая Олимпиада в карьере. Француженка Джулия Перейра де Соуза Мобила была второй. Третьей была представительница чешской команды Ева Самкова. Россиянка Кристина Пауль была 12-я. Переходим к лыжным гонкам. У мужчин на дистанции 15 км классическим стилем золото выиграл швейцарец Дарио Колонья. Его результат 33 минуты 43 и 9 секунды. Для него это четвертая золотая медаль в карьере. Симон Крюгер из норвежской команды второй. 15 км он прошел за 3-4 минуты и 2,2 секунды. И Денис Спецов взял бронзу. Он отстал от Колонии на 23 секунды. Напомню, в скиатлоне он был четвертым и немного ему не хватило до медали. Еще один россиянин Мельниченко был 14-м. Движемся к конькобежному спорту женщины 5 км. И вновь в этом виде спорта нет равных голландцам. Эсме Виссер пробежала 5 км за 6 минут 50 и 23 секунды. Мартина Сабликова, чешская сборная, второе место. И бронза у представительницы российской команды Натальи Ворониной. Для нее это первая олимпийская медаль. До этого у нее были медали чемпионатов мира и Европы. Во фристайле у женщин в дисциплине акробатика Ганна Гуськова из белорусской команды взяла золото. Это первая медаль на Олимпиаде для ее сборной. Ну а далее второе и третье место поделили китайские атлеты. У Жан Ксин серебро, у Кон Фан Ю бронза. Алла Цупер, также из белорусской сборной, четвертая. Лыжные гонки женщины слалом. Золото у шведской представительницы Фриды Ханс Доттер. После двух попыток у нее результат 1 минута 38 и 56 секунды. Она уже в третий раз выступает на Олимпиадах и впервые берет медаль. Серебро у швейцарской представительницы Венди Хольденер, которая отстала лишь на 0,05 секунды. Австрийка Катарина Гальхубер была третьей. Россиянка Екатерина Ткачева тут 32-я. В горнолыжном спорте у мужчин в дисциплине супергигант австриец Матиас Майер был лучшим. У него результат 1 минута 24 и 44 секунды. Второе место занял швейцарец Бет Фойц. Третьим был норвежец Кетиль Янсрут. Напомню, вчера в скоростном спуске Янсрут и Фойц взяли также медали, а сегодня просто поменялись местами. Российских представителей в этой дисциплине не было. На хоккейном турнире сегодня прошло 4 игры. В группе B сборная США выиграла у Словакии 2-1. Доната закинул дважды в игре. Российская команда выиграла у Словении 8-2. Хитрик у Капризова и дважды закинул Ковальчук. Каблуков еще не смог реализовать буллит. В группе C Финляндия выигрывает у Норвегии 5-1. Тольванин из Йокерита делает дубль, а его команда выигрывает вторую игру в подряд, закинув второй раз 5 шайб. Напомню, в игре с немецкой командой финны выиграли 5-2. И Швеция выиграла у Германии 1-0. 17 февраля Канада-Чехия, Южная Корея-Швейцария, Россия-США и Словения-Словакия. В турнирной таблице в группе A у Канады и Чехии после первого тура по 3 очка, у Швейцарии и Южной Кореи по 0. В группе B у США 4 очка, у Словакии и России по 3, у Словении 2. И в группе C у финнов и шведов по 6 очков, у Норвегии и Германии по 0 очков. Расписание на завтра, 17 февраля. Завтра разыграют медали в фигурном катании у мужчин. Также будет горнолыжный спорт у женщин. Фристайл – женщины, лыжные гонки – женщины – эстафета, шорт-трек – женщины 1,5 км, мужчины – километр, биатлон – женщины – масс-старт, 12,5 км, прыжки с трамплина – мужчины и скиатлон – женщины. В медальном зачете у Германии, как и вчера, 15 медалей – 9 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые. У норвежцев количество медалей увеличилось на 2, у них 6 золота, 8 серебра и 5 бронзы. И у третьих голландцев 13 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. В первой десятке США, Канада, Швеция, Франция, Австрия, Италия и Южная Корея. Беларусь 12-я, Россия 15-я, 8 медалей, 2 серебра и 6 бронзы. Если информация была полезной, то вы знаете, что делать. Остальные выпуски про Олимпиаду в отдельном плейлисте.